Всем привет! Сегодня обновление в Корее поставили с реворком светлого темного танка. Также в магазин заехал купон на смену класса за 100 аден. Также добавили на 3 недели книжки, купоны на обмены книг 4 звезды и 3 звезды. Они стоят 100 миллионов для купона на 3 звезды и 200 миллионов на купон 4 звезды. Теперь нужно около 1,5 миллиардов адены для смены книжки с купоном на 4 звезды, а также 1000 печатей. На книжку 3 звезды нужно в районе 100 печатей и доплата там в районе 100 миллионов адены. Также дали купоны, вместо черных купонов дали вот такие желтые купоны. Черных купонов не давали. Эти желтые купоны можно обменять. Видите, у меня доступно бесплатно, без доплаты в адене на 8 плащ агатионы 8. 6 камень стоит 4 купона рандомный. А также третья подвеска 3 купона. Можно взять третью подвеску и плащ 8. Можно взять бесплатно 8 плащ и, например, еще хватит на 3 агатиона. Агатион стоит 8 всего 1 купон, поэтому можно взять, например, Небулу, Игнис и, например, Петрам. Также, если имеется Адена, то можно эти купоны менять с доплатой в Адене на плюс 6 пушку РБ. За 5 купонов и доплата идет у нас 500 миллионов Адены. За один купон можно взять и доплата 50 миллионов адены, можно взять плюс 5 доспехи. Каждая шмотка стоит один купон. Далее можно взять 7 пояс с доплатой 100 миллионов адена за 3 купона. Можно взять 7 Еву за 3 купона с доплатой 100 миллионов адену. И также 7 скорость за 3 купона с доплатой 100 миллионов адены. Также 7 власть стоит 4 купона и 300 миллионов адены доплаты. И венец 7 стоит 5 купонов и 500 миллионов доплаты в адене. Такая короткая рубрика из Кореи. По поводу обновления решил записать для вас ролик. Всем пока!